Всем привет! Чтобы приготовить рис с семгой, не обязательно покупать дорогое филе. Сегодня я вам покажу эконом-вариант, для этого достаточно будет купить недорогой хребет. Варю рис до готовности в пропорции 1 к 1. Вот так вот выглядят хребты, я их предварительно очистила и промыла. Добавляю соль и приправу для рыбы. Добавляю майонез и оставляю промариноваться примерно на 1-2 часа. Нужно, конечно, промариновать каждый кусочек рыбы, чтобы он был в специи и в майонезе. Тем временем рис уже готов, я его накрываю крышкой, пусть еще пропаривается. Следующий этап, нам нужно нарезать одну среднюю луковицу и натереть на крупной терке одну среднюю морковь. Наливаем в сковороду масло, его не должно быть слишком много, все пропорции я распишу под видео. Выкладываем подготовленные овощи и слегка обжариваем. И сразу добавляем отварной рис. Хорошо объединяем. В форму для запекания выкладываем рис с овощами. Форму не нужно ничем смазывать. Хватит того масла, что жарились овощи, и хватит маринада от рыбы. Разравниваем рис по размеру формы. И на рис уже выкладываем рыбу. Сверху вы также можете добавить натертый твердый сыр, я этого делать не стала, я знаю, что рыба получится и так безумно вкусной. Отправляю в духовку 180 градусов, буквально минут 15, не более. Ужин получается вкусный, полезный, сытный и очень питательный. В этом блюде главное не переварить рис, чтобы он получился рассыпчатый, рыба готовится очень быстро, овощи это вкусно, идеальное сочетание. А если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Я вам всем желаю приятного аппетита и до новых видео!